20 копеек, 1946 год. Максим Максимович обрыбился. Малышка. Подуй. Поля, как известно, заросли. И остается только лесная копалка. И 15 копеек. Год неизвестен. Рамочник. Максим Максимович уже обрыбился и убежал вперед. Максим Максимович роет. А у меня крест. Вот такой вот хорошенький лесной крестик. Обожаю кресты. Красавец. Вот. После того, как все поля заросли, остается только в лесу елозить. Ушедшая в Волгало копеечка 24-го года. Вот так вот закончилась ее карьера в этом лесу. Дорога не очень. Максим Максимович смотрит карту. О, мне 3 копейки. 1900 какой-то там год. Советская. Копатель. Ой, не видно. Копеечка. 1986 год. Че-то как-то грустновато. Лес не тот. Максимыч убежал вперед. Дорогу нашу испортили, но все-таки предметы попадаются. Пуговка, гирька с рисунком. Солнышко. Старинное. И похоже, здесь волчары бегают. Следы огромные. Заповедник. Лесной опашки. Максим еще рулит. Дорогу нам исковеркали. Пломбир. 20 копеек. Сливочный. В бумажке. Да с вафелькой. Холодненький, советский, настоящий.